Связал руки и ноги, но вскоре жалился и отпустил. В Казбековском районе преступник ограбил 84-летнюю женщину. У пенсионерки из накоплений было всего-навсего 3600 рублей. Грабитель, проникший в дом, оставил пожилой женщине 600 рублей и скрылся. Но по горячим следам его удалось задержать. Все подробности у Камиля Девятова. Это сейчас бабушка улыбается, но неделю назад она сидела связанная по рукам и ногам, заклеенным скотчем ртом. Перед злоумышленником и не знала, останется в живых или нет. Не кричи, говорит меня. Я говорю, я что делал, не надо завязывать. Потом рот закрыли. На все уговоры пенсионерки преступник не реагировал. Цель его были материальные блага, а не посыл пощады. Чтобы она за мной не проследовала, не узнала, чей я, кто, где я живу, на какой улице. Я решил ее связать скотчем. Руки, но... Грабитель спустя пару минут вернулся и развязал несчастную бабушку. Отдал ей 600 рублей и ушел. Она достала из своего этого... Безрукавка висела. Оттуда достала платочек, развязала его. Достала оттуда купюры по 500 рублей. 7 купюр, ну, 3600 рублей. С достоинством, ну, 100 рублей еще. Потом она их мне протянула. Я их взял... И оттуда 600 рублей я ей верну. Но благородный поступок не имеет силы перед составом преступления. По горячим следам мужчину задержали, и теперь он предстанет перед Фемидой. По горячим следам сотрудниками полиции был установлен и задержан местный житель 1987 года рождения, который сознался в содеянном. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 161, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Наказывается лишением свободы до 7 лет. Камиль Девятов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Казбековский район.